Tak, na to białej gumy nie. Powiedział zapał na ręczkę i wbiłem. A jeszcze popróbuj nową kapieśkę, jakby się okochał. Raszał się, stał. Против хоть потом игрока. С очень хорошим контролем. Поставился неудачно, конечно, от этих мечников. Без прикрытия практически. А он кавалерию очень контролит хорошо. Так, ну тут я, короче, неудачно перестроился. Ну, сразу же войска развернула на один из флангов, на левый фланг. Начал попытаться перестраиваться, ну, уже поздно было, уже сейчас замес начнется. Ну, сразу двумя кавалериями по мечникам ударить. Сила не собьют. Ну, правда, маленько дротиками попала по кавалерии. Кавалерия без потерь практически отошла. Копейщиков все же равно. Но эти копейщики крепкие, ребята. И сразу мечников подумали. Ну а я копейщиков убрал. Это копейщики крепкие. Ну вот я решил их отвести. Правда уже от них ничего не осталось. Но он начал разбирать мой фланг, короче. Пришлось мечников в бой кинуть. Вот мечники это уже посерьезнее. Вот кавалерия начала ломить. Почти еще. По черепахе. Это, конечно, неправильное дело. Но гумы они крепкие. Так, ну на том фланге только еще стал подходить, этот замес начался, кинул мечника в замес на черепаху. Очень большие потери в итоге. Но гунов большой урон в ближнем бою.
Здесь в центре замес, конечно, надо сочетать. Ну вот вроде я его снес в центре. Что надо вообще покинуть. Тут начали копеечки срабатывать. Перехватывает его на кал. Он пытается кавать от меня прессовать. Ну и, конечно, арбалетчики его просто меня затерроризировали. Они очень много урона наносят. В центре, конечно, замес жесточайший. Ну, я стрелков не брал, а у него-то прачники там чего не накидали, ставили для боезапаса. Не знаю насчет прачников, но слабенький, конечно. Лимит, мораль. Низкая, на ближнем бою, если добегу, да, если это капец. Они практически нужны, чтобы кавалерию как бы попрессовать. Ну, кавалерия у меня стояла для себя. Ну, если ты генерала, рискую, он будет пошла. Вон кавалерию свою прямо в имбл кинут, но это копейщики. Копейщики. Начали его прессовать. Вон кавалерию. Правда, не очень удачно, но... Все равно он сейчас попытается в тыл зайти, а еще я там тоже копейщиков поставил. Ну, тут мечники. Мечники, конечно, у нас слились, но... Убивали все стороны. Гуны очень крепкие, конечно. Что говорить? По ближнему бою, по морали. О, здесь вот добивают этих дешевых мечников. Копейщики побежали против этих прачников, куча прачников, что они там ближнем были слабо. В общем, кое-что копейщики на них погонят. Так, мечников-то осталось вообще 20 человек, но они выстрелили. А здесь что? Здесь тоже 9 человек, но бьются до последнего. Остались эти копейщики. Надо неплохие копейщики. Против таких слабеньких мечников они потянут. Ну, там, кавалерия у него, конечно. На моих копейщиков наткнулась. Вот арбалеты — это вообще жесть. Я никак не смог добраться до его арбалетов.
Короче, почти проиграл уже, но... Мечники сколько там? 3 человека бьются. У меня у гунов, конечно, мечники это нечто. До последнего человека. Ну, у него кава осталась. Ну, а кава против копий. Только вот единственная проблема с арбалетами. Арбалет это жесть. Они накидывают по 200 фрагов там. Печки, похоже, сливаются мечника. Да, слабо. Но он не вспотел. Да, эти кирпичики нормально держатся. Так. Ну что там, остался у меня генерал. Генерал-то слабенький был. Да, генерал он слабый. Ну вот получилась такая ситуация. Он сделал ставку на стрелков, а я на копейщиков. Копейщиков осталось много. Стрелков что? Врачники разбежались. Ну вот арбалеты только, конечно. Но у них боезапаса мало. Вот он пытается копейщиков там убить. Но не получится, слишком много. И арбалетики такие... Не элитные. Все бы эти элитные были. Такие слабенькие. Ну, генерала мне, короче, генерала 50 человек осталось. Самое главное генерала не потерять. А у него арбалеты. Решил подождать, пока у него боезапас закончился. Но боезапас у него был очень запас кончился, он не кончился. Вот.
это залп, конечно. Дорогого мне стоило. Хотел мехики, наверное, сбить на их. Капец. Да, генерал, конечно, большой поперекает. Что-то вот болит. Да, кавалерия здесь, конечно, на равнине вообще нормально работает. Потери у меня, конечно, были большие. Больше, чем у него, да? Эти мечники, конечно, красавчики. Все погибли, но задачу выполнили. Эти так, на мясо. Вот эти копейщики, 262. Хорошие копейщики. Генерал, конечно, тут. Но у него генерал мало. Вот кава у него нормально. Арбалеты 200 храли. А это все мало. Кава у меня, конечно, бездарно своего. Тяжелая победа.